Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу.